Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Защита башенок. Ну что ж, поехали, начнем, пожалуй, с тренировки. Будем забирать наших, как говорится, натренированных отсюда бойцов. Но ненадолго, потому что они сразу же автоматически туда отправляются заново. Погнали! Так, иди, родной, тренируйся. Так, подожди. Кого? Давай, вот сюда, да. И вот сюда самый мой никудышный отрядик, который я считаю пропащим, но тем не менее, хоть какие-то подающие надежды. Все, ребятушки. И квесты. Давай делать запрос. Тут больше ничего нету. Давайте также посмотрим, что у нас в магазине новенькое. Новенькое что у нас? А новенького ничего. Давай возьмем черепашку бесплатно и... Хе-хе, крестьянина, что ли, пропать, ребят. До соточки, было бы неплохо, да? Так, квест завершен, делец. Делец, молодец. Так, отлично, ребята. Что я вам хочу сказать по армии? Ребята, недавно, в прошлой серии... Ух ты, ребята, 6 карточек лучницы, и она у меня получит 4-ю звезду. В прошлой, не серии, а в прошлый раз, когда я играл, я сейчас, секундочку, сейчас бы вспомните мне, что же я там открыл или получил. Так, сейчас, секунду, ребята. Может быть, мне это все приснилось, а? Приснилось, наверное, ребята. Да ничего я, по-моему, не получал. Или получил, но уже не помню. Ладно, ребята, я кого-то прапывал. Точно помню, что на кого-то у меня хватило силенок прапать. Ну да ладно, это все было давно и неправда. Так, что у нас тут по друзьям? Я не понял. Где подарочки? Давай делать подарки. Мне осталось тут немножко, я получу дружеский сундучок. Собираем все. Дадут? Нет? Успеем? Есть! Отлично! Давайте глянем, что же мне тут достанется. О, 61 карточка вот этого робота, 25 гемов, 1000 голды. Скудненько, но, тем не менее, приятненько. Так. А, ребята, вспомнил я. Големы я прапал в прошлый раз. Да-да-да. У него вот эти вот появились болты в спине, раньше их не было. Так, ух ты, база моя непрапанная. Как-то так я ее забыл. А, я не забыл, ребята, у меня не хватило денег в тот раз. Поэтому я сейчас все это дело доапаю. Сколько у меня хватает? Еще вроде бы хватит. Должно хватить, ребята. Так, бородавочник и... Ага. Воблер, а на базу, по-моему, не хватит. Да, на базу не хватит, к сожалению. Ну и хрен с ним, ребят, хрен с ним. Так, ну что, давайте, погоди секунду, давайте мы начнем не с боя с вами, а начнем, пожалуй, с ежедневного испытания. Я хочу посмотреть. Так, опять здесь у нас ведьма достается, да? Выберите свой отряд. Так, у нас тут 44 уровень. Оу. И кого мне соизволят дать? Я вижу только вот мечника, пилораму, щитоносец и даже не знаю, ребят. Ну, давайте попробуем пса и вот так. Вряд ли, ребята, здесь у меня получится. Короче, я одну попыточку потрачу. Посмотрите, в чем здесь вся проблема. Вот этот вот бот, он стреляет у нас, так? Ведьма вызывает своих колобков. Это у нас атака дальняя. Поэтому, не знаю. Наверное, не сможем мы здесь затащить. Давайте посмотрим. Один бой буквально с вами сделаем. По нему все, в принципе, будет и видно. Если мы его пройдем достаточно хорошо и легко, то есть смысл еще три боя сделать. Если же мы с вами упадем в первом же бою, ну, вы сами прекрасно понимаете, что никаких шансов здесь на победу и быть не может. Вот, начинается, ребята. Так, этот выходит, стреляет. Но, по крайней мере, тут у меня еще мои бойцы выживают. Мы уже начинаем бомбить базу. Но радоваться, как говорится, не стоит. Не стоит, ребята, радоваться. Вы видите, что тут происходит. Так, вот она, ребята, вот она, эта ведьма. Надо ее вот так сразу наказывать. Лучник чертов вышел. Ну, есть. Мы ее пробили. О, ребята, слушайте, есть смысл проходить еще две волны. Две попытки тратить. Потому что мы с вами получаем сколько карточек? 21. Хух. Ну что же, я, наверное, ребят, все-таки рискну. Но, опять же, не факт, если у нас получилось с первой попытки вот так вот пройти, что и дальше у нас, типа, будет все так хорошо, гладко все идти. Нет, может быть, все далеко не гладко, потому что не в первый раз играем, как бы всю эту систему здесь уже познали. Сейчас, может быть, совсем все по-другому. Сейчас может такая волна пойти на нас, что я просто даже не успею пикнуть, как меня здесь разбомбят. Но начну я по той же самой схеме. Вызываю мечника, потом вызываю пилораму.
пилораму. Хотя пилорама намного быстрее идет, чем мечник. Да. Воу! А вот это неждачик, ребята. Никак я не думал, что он сейчас здесь у меня погибнет. Ладно. Не справились. А, нет, справились. Справились. Все хорошо, все удачно. Пока в данный момент. Так, если что, я вызову, ребята, вот, вот ведьма. Нет, смотрите-ка, все зашибись. Давайте я вот так вот сделаю. Бам! Ага, он тоже фаербол выпустил. Хорошо. Хорошо, мы обменялись, грубо говоря. И я сделаю вот так вот ускорение. И да. Да? Мы прошли, ребят. А мне это нравится, ребят. Мы получаем сколько еще с вами? 10 карточек, да, бабульки? Даже 11. Ну, и еще раз сыграем. Получим с вами 6 карточек этой самой бабки. Ух, как говорится, на халявку и уксус сладкий. Так, поехали, ребятушки. Убираем базенку и вперед, как говорится. Сразу, я не понял, у меня там зомби, что ли, может быть, прапан или уровень получить? А, ну да, у нас же не хватило денег. Да-да-да, сейчас мы его, ребят, прапаем. Надеюсь, мне хватит. Так, опять та же самая схема, ребята. Опять же выпускаем с вами. Оу, ты посмотри-ка, как все круто поменялось, ребята. Он до этого выпускал первым летуна, а сейчас все совсем по-другому, ребят. Все совсем по-другому. Так, мне не нравится вот эта его схема, которую он стал делать. Ладно, попытаемся. Воу, фаербол, ребята, он использовал. Вот мне что нравится щитоносец, ребята, тем, что он когда погибает, точнее, когда он теряет щит, он идет уже так, просто в бой. Вот, пилорама здесь удачно сейчас сделала, когда она погибла, выпустила свою циркулярку, которая пробила весь ряд. И это большой был плюс для нас. В принципе, ребята, здесь уже, грубо говоря, победа за нами. Я даже не думаю, что здесь он как-то... Ах ты, ты смотри, какой он сделал ход. А мы вот так вот тогда сделаем. Мы вот так вот сделаем, ребят, с вами. Я на ускорение нажал. И за счет этого ускорения, я надеюсь, пилорама все-таки успеет? Нет, не успеет. Не успела пилорама, буквально там чуть-чуть там... А мы вот так вот сделаем. Бам! Здесь мы лучника сейчас снесем. Никуда он не денется. И пилорамушка своей пилой развездачила базу. Да, ребята, 6 карточек еще получаем в плюс к нам. 6 ведь? Я ничего не путаю. Да, 6. Ну все, теперь моя душа спокойна, ребята. Ежедневное задание мы с вами выполнили, причем довольно-таки удачно. Так, давай мы прапаем нашего зомбика. Да, что-то не очень много было денег у нас заработано. Ну что же, и переходим уже с вами, соответственно, на основную миссию, ребят. Так, что у нас тут? У нас тут очень хреново, у нас очень злые враги, поэтому нам нужно, наверное, здесь выставлять, скорее всего, вот этих ребят. Почему-то мне кажется так. Могу ошибаться, но попытка не пытка. Очень жалко, конечно, что у нас мало энергии там. Но, тем не менее. Мне здесь больше, ребят, смущает, знаете кто? Это Тиф, это вор. Вот он меня здесь очень сильно смущает. Обычно он его всегда первым выставляет, да? Где он? Почему я не вижу его? Ты посмотри, что он сделал. Он... Все время по-разному, ребят. Все время по-разному, все время разные тактики у него. Хитер, хитер, головастик. Ну, искусственный интеллект, ребята. Че ж поделаешь. Смотри-ка, мой мечник все-таки оглушил. Сейчас вот он дождется, чтобы мы, ребята, всех тут в кучу собрали. Мы сделаем вот так. Карточка, хорошо. Где Тиф? Я знаю, что он сейчас должен выйти, ребята. Он всегда из-под тишка выходит. Ну где? Че, даже босса не будет вызывать? Изейши прошли. У меня других слов нет, ребят. Мы с вами получаем сундук. Да какой бой, елки-палки. Давай сундук, говорю мне. Сундук подданных. Смотрим, что нам достается. 9 карточек герцога, 8 карточек башни и 5500 голды. Переходим с вами в следующий уровень. Так, кстати, ребят, у нас здесь все на отлично пройдено. Здесь тоже на отлично. Ох, давайте занежить, да, значит, 42 уровень у нас, я думаю, что здесь мы с вами вполне справимся и вот этим вот отрядом, своим, как говорится, никчемным, но так как там всего лишь зомби и взрыватели, я думаю, что здесь и так справимся. Так, воблер, 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 давай, справишься, надеюсь, с этим зомби? Да ладно, ты еще упади, мне скажи. Так, ну, а этого подобьешь? Да должен же подбить. Есть, правда, посмертно он его подбил.
Ну! Твою дивизию, блин! Нелепо, нелепо, ребята, отряд, потому что, ну, некого вызывать просто на ранних ходах. Просто некого. Пока до бородавочника дойдет очередь, вы сами прекрасно понимаете, что это уму непостижимое, сколько нужно. Так. Давай вызовем воблер. О, карточка зомби выпала. Да, я хотел, ребят, здесь на 3 звезды пройти, нифига не получится. Ну, отряд вот этот, ну, ни к силу, ни к городу. Вообще как-то вот он сделан, сформирован хреново, на самом деле. Очень хреново, поэтому я его буду, наверное, менять. Буду новых брать персонажей и прокачивать. Эти вообще никуда не годятся. Думал, будет хорошо, но нифига ничего хорошего я в этом не вижу. Воблер мне нравится, но он должен быть очень хорошо защищен кем-либо. Он сам по себе вата, когда в ближнем бою, он ничего из себя не представляет. Ну давайте вы уже, блин, ускоряйтесь, давай ускоримся, ребят. Вот так вот. Карточки только захватим. По-быстренькому этот уровень затащим. Все равно его придется переигрывать, и меня такой расклад не устраивает просто-напросто, ребят. Так, падают, падают. Бум, взрыв в базе. Ну, будем уже, в конце концов, базу-то разрушать или нет? Да должны, должны. Есть. Подбили. Нет, так дело не пойдет, ребят. Фигня полная получилась. Нет, нет, нет. Даже не думай спешить. Поехали. Переигрываем. Естественно, ребят, переигрываем. И сейчас вы посмотрите, как вот этой пачкой я просто-напросто на изи пройду. Смотрите, идет зомби, я вызываю щитоносца. Пау! Плюс выходит у меня самурай. Ну, этот, конечно, сейчас взорвет тут всех. Так, деньги, деньги, куда? Боевая жаба. Да нету тут у него вообще никаких шансов, ребят. Ну, что он тут? Что он тут может сделать? Зомби сами по себе лопухи. Мягкотелые. Достали уже. Бумс. Просто, просто давим, ребята. Максимально их прожимаем. Вот есть еще лучник у меня сейчас выйдет. Все, тут хана ему. Никакие там зомби ему не помогут. Ни камикадзе, ничего. Ну-ну-ну, давайте, совсем чуть-чуть осталось. Все, ребят, видите? Эти самураи мы там в гневе. Бомбит, бомбит мечиком. И у нас вторая. Так, здесь уже, да, здесь уже посерьезнее враг. Здесь вот этот вот скелет рукастый, который машет руками и, соответственно, задевает всех практически, который, кто стоит у меня подаль. Он почти как дальник. Так, подожди. Что-то мы тут заговорились с вами, я даже... Оу. Так, камикадзе идет, да? Против камикадзе мы выводим щита. Так, щита, сейчас будет взрыв. Взрыв. И вот этот, блин, рукастый гад вышел. Этот гад выходит. Начинает нам, как говорится, нервы компенсировать, мозг выносить. Вот и иди. Ну, лучник, давай, ну подбомбит его. Нет, вот все равно позволяет ему дойти до нас и атаковать. Тыч. Накумарим, давайте немножко ускоримся, ребята. Чтоб не так все вяло и кисло было. Тем более здесь первые эти уровни. Можно вообще проходить на изи. Так, отлично. Ну все, уже бомбим базу, ребят. Уже бомбим базу. Да что такое-то? А ты посмотри, этот рукастый все выходит. Так, зомби, который там мешает потихоньку, да? Все, опять же, ребята, здесь прошли мы с вами на изи. Переходим сюда. На третий уровень. Так, тут у нас банши, да? Банши будет. Я думаю, что, опять же, никаких особых проблем мы здесь с вами не увидим. Поехали. Так, исследователь, квест у меня завершен. Очень приятно. Так, кого он сейчас будет вызывать, интересно? Кого? Вызывает он зомби, а я вызову, ребят, наверное, вот так вот. Так. Понятно, он вызывает камикадзу. Вызывает камикадзу, причем даже не одного. И вот довольно хитрая тактика такая, да, ребят? Когда он ждет, когда мои все в кучу здесь встанут. И во время этого он активирует именно своего зомби. Естественно, колоссальный урон получает все. Что ни говори. Так, опять тут зомби. И опять же, смотрите, опять же идет камикадзе. Так, ну ладно, хорошо. Тут как-то мы еще выкрутимся из этой ситуации. Вон она, банши-то.
Глотку опять там рвет. Ну, лучники, давайте, бомбите. Мне совсем немножко, кстати, осталось накопить лучников, чтобы их проапать. И тогда они будут еще круче у меня. Ну, куда ты идешь? Вот. Давай так вот сделаем, чтобы никто нам не мешал уже бомбить базу. И немножечко ускоримся, да, я думаю. Вот так вот. Чтобы повеселее это все выглядело у нас. А не как мыльное кинцо. Все, отлично, ребят, здесь мы забомбили. Так, еще у нас впереди два уровня. Здесь у нас кто появляется? Ага, вот здесь уже. Вот здесь уже плоховато, потому что появляется оборотень. Оборотень у нас, как мы помним, любитель перепрыгивать преграды. Слушайте, а у меня всего лишь... Оу, а что же нам делать? У меня тут, ребята, магия закончилась. Магия, манна, точнее. Ну, давайте попробуем фиг с ним. Этим отрядом, в принципе, должны как-то здесь противостоять. Так, кого мы будем с вами вызывать? Ну, предположим, я вызывать буду мечника, предположим. Если он даже будет выпускать оборотня. А он его будет выпускать. Вот он, видите, выпускает оборотня, который перепрыгивает. Соответственно, здесь у меня будет встречать его голем. И прикроем его еще моей пилорамой. Так, сорян, позвонили мне. Отвлекли, как говорится, меня от моих дел. Так. Что-то немножко сбился я уже. Что? Что такое? Что тут? Блин, подожди, подожди. Этот мне не нужен. Хотя, в принципе, его здесь распишут сейчас. Так, ну мы будем, будем. Мы будем, мы наказываем. И фаербол мой полетел. Полетел и прилетел прям в цель. Так, давайте, давайте уже базу будем бомбить, в конце концов. Джик! Ты смотри, 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 что оборотень делает. Психанул, называется, да? Называется психанул. Так, ну ему там труп, он трупец, ребят. Черт, ты посмотри, как разбирает, а? Так, карточка оборотня пригодится. Заморозку. Чик. Ну, пару ударов, ребята, всего лишь по базе осталось. Есть. Шикарно. Ну что же, остается у нас последний с вами уровень. А энергии-то у меня и нету. Что же нам делать тогда, ребят? Так, дайте-ка я гляну, что у нас тут по квестам. Делаем запросы. Так, зомбик, зомбик мой. Ну давай тебя проапаем. Все, надо было, конечно, базу еще проапать. Сколько? 8400 нужно. 8400. А что у нас в рейтинге? Меня здесь вообще нет. Меня в этом рейтинге просто нет, ребят. Так, хорошо. А если я, предположим, захочу выступить, каких мне там... Подожди, что опять? А, вот здесь вот, да? Давай посмотрим, что нам выпадет на арене. Какой враг? Да вы что, вы издеваетесь, что ли? 51 уровень, у меня всего лишь 43. Юлия, русишь? Русишь? Да. Не канает, ребята, как-то, вот если честно. Просто не канает. И, кстати, следующий этап мне невозможно будет, ребята, пройти. Невозможно. А у нас тут что, полтинник и все, больше нету, да, ребят? Только вот на полтиннике дается нам ячейка для отряда, и больше нам ничего не дадут. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте завершим с вами этот видосик. Обязательно с вами продолжим играть в эту игру. Но, как видите, манны больше нету. Тем отрядом играть бессмысленно. Он непутевый, нелепый. Сами знаете прекрасно. Вот. И уже встретимся в новой серии и продолжим с вами играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до скорых встреч.